Мы продолжаем рубрику «Наше наследие», в которой рассказываем об исторических и культурных памятниках, расположенных в Карачаево-Черкесии. Одним из них является монумент памяти черкесов, погибших в Кавказской войне, установленный в ауле Алибердуковском. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. История этого памятника довольно необычна. Он был установлен не по инициативе муниципалитета, как это часто бывает, а по зову одного неравнодушного сердца. И вот уже более 30 лет сюда приходят люди, чтобы вспомнить о тех трагических годах Кавказской войны. 21 мая – особая дата в жизни каждого черкеса. В этот день по традиции отдается дань памяти предкам, сражавшимся за свою землю. Их отчаянная храбрость и мужество, когда бесславной жизни боялись больше, чем смерти, и сегодня вызывают чувство неподдельной гордости и вместе с тем горечи от осознания того, сколько жертв принесла война. Тысячи людей приходят и к уже ставшему знаменитым кургану, где установлен камень, на котором высечены символы черкесского флага. Есть здесь и плиты с названиями 12 адыгских племен. Но так было не всегда. В 89 году тогда еще 35-летний местный житель Михаил Хутов начал интересоваться историей своего народа. Узнав, насколько кровопролитной была та война, он решил, что необходимо установить памятник. Памятник доблести и бесстрашию свободолюбивых мужчин, с легкостью отдававших свои жизни, и женщин, порой сжигавших себя вместе с имуществом, чтобы не достаться противнику. Михаил Хутов тогда не задумывался, что это был бы первый в мире мемориал жертвам Кавказской войны. Подумали и поставили сперва вот этот валун, памятник вот этот, стащили с горы на тракторе и сами написали на куске железа, выбили зубилом буквы, текст сами составили и, короче говоря, памятник был поставлен в мае месяце 89-го. Через два месяца табличку вырвали, а камень приволокли к нему во двор, объяснив это тем, что не получено специального разрешения. Но не был бы Михаил Хутов потомком прославленных горцев, если бы так легко сдался. Трижды он поднимал валун наверх, и трижды его спускали вниз. Дело дошло до тогдашнего руководителя Ставропольского края Лесниченко, который был вынужден объяснять сложившуюся ситуацию корреспондентам «Известий», выходившей тогда многомиллионным тиражом, выступив в защиту энтузиастов. Вместе с тем угрозы от властей в адрес братьев продолжались. Они приходят, два часа меня будет, поднимает. Я выхожу, я говорю, в чем дело? Вот так, говорит, со Ставрополя. Как бы приехал, говорит, если, говорит, этот ночью, говорит, не уберете вот этот памятник, плохо будет вам. Ну, я действительно переживал. Пошел до брата, мы рядом так живем, разбудил его. Он говорит, в чем дело? Вот так, с райкома приехали. Немедленно надо снять. Кто, говорит, приехал? Вот это. Пускай, говорит, сажает меня, говорит, не уберем все. Черкесы, верные горским традициям, сражались до последнего вздоха. Через 125 лет после окончания Кавказской войны их память отстояли уже потомки. Сегодня на месте первого валуна создан мемориальный комплекс, в состав которого входит и музей, где собраны старинные предметы быта, и, что немаловажно, коллекцию пополняют неравнодушные люди со всей республики. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Хабесский район.